Сегодня у нас Пинзу Челлендж. Что это значит? Подожди, давай я на русском скажу. Меня же в основном на русском смотрит. В общем, купили вот эти конфетки из типа из Гарри Поттера. В общем, здесь различные противные вкусы в перемешку с нормальными. Что-то типа соплей, блевотины, стухших яиц, стухшее молоко и так далее. В общем, вот здесь вот все названия. Вот эти конфетки. И сейчас вот дети сами захотели это пробовать. И мы будем снимать их реакцию. Кому попадется? Очень вкусная конфетка. Давай. Кто первый? Саня, выбирай. Sie haben die Schuss. Давай. Так, какого цвета возьмешь? Я сразу прочитаю, что это. Браун. Браун, давай, бери. Это может хорошая быть или плохая. Так, Вика, а так пусть он сам выберет. А, окей, все. Мы теперь на три мы съем. Так, Вика, да. Раз. И пробуй просто, и все, молча. Тебе уж попалась, да, гадость? Да. Что это было? Так, не повезло. У меня шоколад. А у тебя шоколад. Так, Сане не повезло, что это было у нас. Коричневая. Так, что? Шоколад будем или... Так, подожди, сейчас прочитаю. А, это собачья еда, да? Да. Ну, теперь ты знаешь, как собачья еда. Какого вкуса собачья еда, теперь ты знаешь. Да. Так. Мне повезло. Тебе повезло. Сам выбирай. Давай, Саня теперь пускай сам выбирает. Не хочешь? Он же сам выбирал. Да? Ты же ему дала. Да, я его... Да, так что пусть он... Good. Желтенький? Давай, желтенький. Это, да? Это... А ты? Я тоже возьму. Да, бери тоже желтенький. Я не хочу. Так, мы пока молчим, что это за вкус. Раз, два. Так, подожди. А здесь несколько желтеньких. Какие из них? Вот это. А, вот. Ладно, давайте. Раз, два, три. Тебе повезло. Итак, я вас поздравляю, это было стухшее яйцо. Нет. Да, да, желтое, это вот стухшее яйцо. Не желтое, а зеленое. Нет, желтую они ели, вот, вот. Они желтую ели. Да, да, желтую. Вот, видишь, одна осталась. Это наш глюк. Вы добровольно это захотели, вы добровольно это купили, эту гадость, да? Ich muss immer fast kotzen. Что, продолжим или как? Это очень... Ich komme lieber zur Notentüte. Подожди, тюта. Котстюта. А у тебя что, такое есть, что ли? Сейчас. Подожди, я паузу нажму. Что следующий, Сань? А, у нас здесь больше всего оранжевых тут у нас. Вот эти вот больше всего. У нас еще такие... Так, приготовили себе пакетик есть на всякий случай. Пати-котсы. Вот скажи, я добровольно такую гадость. А хотя я вот и да, их это сбаламутила. Ну, можно на день рождения такое играть. Да, 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 классно. Вот для дня рождения как раз прикольно, да. Ну, добровольно, я не знаю. Так, давайте быстрее разворачивайте. Что следующее? Тут у нас тут много еще. Сай, пока выбирай. Какого цвета? Смотри, вот черные тут есть какие-то вот. Я не хочу. Вот это тутти-фрутти. Вот. Вот эти вот, да? Пятнистые такие. Давай, бери. Так, Виктория, давай. Эй, аккуратно. Окей. Раз. Подожди, подожди. Я сейчас прочитаю, что там может быть. Ага. Ага. Ну... Ага, о, да. Так, давай. Раз, два, три. Гайл! Тутти фрутти. Это не тутти фрутти. Вас оставим. Персик. Окей. Давай, персик. Че, всем нормально? Да, это шмеет как айс-ти. Нет. Сейчас у меня кот-ти-ти. У меня шмеет здесь персик. Нет, это знаешь, что это было? Это была блевотина. А то есть, что персик, что блевотина, она все равно противная, да?
Персик очень вкусный. Давайте еще раз. Да? Давай еще раз. Тут еще три. Wie das ist der Kopf zu dir? Falls wir kotzen. Ja, da kannst du es auch einspucken. Раз. Wo? Na, это еще раз. Раз. Короче, кому-то из вас должна блевотина попасть все-таки. Опять эти штуки. Вот Настя попалась. Блевотина. Фу. Пока нам тебя не... Мне так повезло. Да, Виктория, ты везунчика. Давай мы тебе это лото купим. Да. Я стою это. Ich muss schon fast kommen. Окей. Что? Какой теперь? Продолжаем. Саня, ты что? Ты выбываешь? Больше не хочешь продолжать? Нет, так давай. Ну, давай. Так тут смотри, что сколько осталось. Тут беленькие, черненькие еще. И желтенькие. Мы теперь вот эти зеленые или... Нет, вон те давайте. Эти сух айма шесть. Погоди, пусть Санька первый. Давай, Сань, выбирай. А то Виктория сейчас вытащит самое вкусное опять. Окей, ты теперь что? Так, погоди, я сейчас посмотрю, что это здесь. Подожди, это какой цвет? Настраивайся. Наверное, попкорн или что-то. Попкорн? Вечер попкорн. Так. Да. Так, это... Так, это что? Это желтенький? Соль или попкорн? Нет, это либо протухший этот сыр или карамельный попкорн. Nein, kein Karamell. Ich mag kein Karamell. So besser als Schimmelkäse. Okay, eins. А ты уже сел? Да. Раз, два, три. Я карамель. Карамель. Я тоже карамель. Тебе карамель тоже невкусно. Я 100% карамель. Да? Я думаю, что это вкусно, но... Да. Миллион процентов. А что ты не ешь, что если это карамель? Ну, мой карамель не шмеки. Я не люблю шмеки. Лучше этот сыр протухший. Я карамель не люблю, но лучше, чем это плохое. Да. Дай, пожалуйста. Так, ну, давай, что там? Давайте беленьких вот много и черненьких. Угу. Давайте, берите там. Давай зеленый. Вот не, давай зеленые, они не такие уж противные. Давай вот да, черные. Вот это что, вот какие футы. А где козявки? Мама. Это они есть. А, это они и есть? А, вот эти. Так тут нет тути-фрути. Кто? Все, вы уже съели тути-фрути, давай. Да, Саня. Это персик был. Сань, ну давай, ну у меня же время идет. Я... У Сани, значит, либо тути-фрути, либо вонючие носки. А у нас это... А у вас зеленые, давай. Да. Лимонад. Насте повезло. Вике повезло. Сань, тебе давай. Тебе повезло. Тебе тоже повезло? Тути-фрути у тебя? Я люблю лимон. А? Ну так жуй, я не понимаю. Фрэнки, калуми. Да? А что ты тогда плюешь? Саня, это калуми бешен. А зачем ты выплевываешь? Я ей то есть там даже с нормальным вкусом невкусно, да? Да, это шпек на калуми. А что выплюнул тогда? Давай дальше. Давай дальше, давай. Давай мы... Вот... Ты не хочешь вот больше? Вот эти... Не, давай возьми черный уже, а я... Нет, это летство. Нет, давай эти. Я так понимаю. Так, какой цвет взял? Черный. А, черный. Черный это у вас... Да, лакрица. Блин, ну мне по мне и лакрица, она сама по себе противная. И потом еще... И какой-то спрей. А, вонючий... Вонючий... А, это скунс? Ну окей, давай. Лакрица. Лакрица не такая плохая. Yes, thank you! Не, оставь потом. Так что, лакрица? Не знаю. Знаешь, мне вот лакрица точно так же. Не, лакрица сладкая, похожа на немножко шоколад. Не знаю, я как этот, у вас что там? У меня такая же реакция на обычную лакрицу. Ну, в смысле, я не люблю ее. Так. Что, беленькие давай, теперь? Давай. О, нет, давай. Я не хочу еще раз. Мне так и так. Давай. Так, белые у нас, значит, стухшее молоко и
и кокосовые. Кокос. Я и так, и так. Давай. Вкусно. Нет, полностью. Кокос. А подожди, что это с сыром соль? Значит, добудь протушемолку. Итак, что вот здесь последние остались, которые вы еще не пробовали? Вот эти, вот эти. Вот эти. Бери. Не, а, вот эти еще. Вот это что? А, это мертвая рыба. И? Или клубнично-банановые смузи. Ох, какая. У меня сыр. Я вот эту делала, у меня сыр. У тебя сыр. Стукший сыр, да? Ну так что, давай. А, беленькие уже и пробовали, да? Да. Да, понятно. А вот эти вот еще остались. А, нет, вот они разные. Да. А, или уже все? А, все, уже все попробовали. Да. И как? Это было смешно и невкусно, и вкусно. Если вот тоже. Надо что-то, чтобы это для того, чтобы прикалываться над друзьями, да? Самому это есть как-то не очень, да? Ну, это можно, конечно, но если вы это тоже хотите купить, можно на Amazon или в галерее Kaufhof купить. И... Давайте покажем еще, как они выглядят. Гадость это. Но... Я вот я бы реально так добровольно это ни за что в жизни не купил. Есть большие, есть маленькие, есть даже, да, да. Есть даже только вкусные. Специальные или... Я не знаю. Даже пиво. Вон по Сане было видно, что табаско. Вкусные тоже не вкусные. Ну, а для меня вкусовые. Если у вас это видео понравилось, ставьте лайк. И... На колокольчик, да? Да, и колокольчик. И комментируйте, если вы еще раз такое хотите смотреть. Да, я скажу пока.